Тем временем все трассы открыты в Карагандинской области. Закрыты они были с 24 декабря. По данным синоптиков, в некоторых регионах сегодня и в ближайшие дни прогнозируется метель, гололед, усиление ветра. Сейчас фактическая погода в Казахстане такова. Во всех регионах, кроме Южно-Казахстанской области, осадки. Самая высокая температура плюс 6 зафиксирована в Алматы и Таразе. Самая низкая минус 12 отмечена в Северном Казахстане. В Костанайской области минус 11. На востоке страны плюс 4.